Вышла в сад и не могу нарадоваться, какая красота. Все цветет и пахнет. И вот стрелица выпустила стрелу. Я, правда, их никогда не вижу, потому что цветы всегда очень высоко. Какая красавица. Вот за что я люблю Флориду. Круглый год красота. 28 декабря. И вот у нас поспели, опять забыла, как оно называется. 27-й, мам. 27-й? Ну ладно, 27 декабря. Я увидела, потому что белки начали их сбрасывать. Ну вот. Это еще такой, не совсем спелый. Да, и не совсем. Они вот там повыше. А вот хорошие спелые, прям прелесть. Где? А вот, ты не достанешь, папу надо просить, папа достанет тебе. Где? Еще у нас одно такое дерево есть. У нас таких много, в общем. Так что будем кушать. Забыла, что как называется. Я уже попробовала одну. Она кисленькая, такая сладко-кислая. Они нашли одну хорошую. Да? Да. Ой, не упади. Вот как они будут выглядеть, когда они уже так смеются на пол. Точно. Можно съесть? Да. Чистенькая она? Белочки ее не облизывали? Я не знаю. И вот какая еще одна красота. Когда где-то долго не ходишь, там начинают паутины какие-то появляться, еще что-то. Вот какая красивая. Красивая, как розочка. Это дерево такое. Вот тоже получается цветет оно в декабре. Я сейчас ее понюхаю. Почти не пахнет. Очень красивая. Такое небольшое еще дерево, будет побольше. Красота. Сегодня ветрено немножко, ну как зимой, наверное, должно быть. Куст мой любимый, шикарный. По-моему, он стал зимой еще красивее, чем летом. У меня такое впечатление. Боже, прям все цвета. Это часть нашей стрелицы, она перекочевала на новое место. Пока выглядит странно, не знаю, выживет или нет. Но она перекочевала в другое место. И вот моя шикарная ванда зацвела второй раз. У меня такое ощущение, что она стала просто еще красивее, чем была. Просто обалденный цветок. Очень красивая. Практически отцвела и потом раз, и сразу зацвела второй раз. Красота. Ой, надо оторвать будет потом. Продолжаем пилить деревья, потому что от них оказалось очень много мусора в бассейне. Вот на траве много мусора, так постоянно. Бананов у нас в этом году не было. Не знаю, как. Вообще говорили, что на них есть бананы. Были, в смысле, бананы. Ну, не знаю. Пока у нас бананов нет. Мы в предвкушении бананов. Вот, тут у нас появилось место новое для двух каяков. Вот такое место. Джунгли все еще остались непроходимыми. Да, туда лучше не суваться. Ребенок, что ты делаешь? Серьезно? Намочил тапок. И что это? Я снимаю, как ты сейчас в бассейн упадешь. Мочишься, вылазь. Мои тапки дома. Нет, колготы, штаны намочил. Быстро. Холодно. Холодно? Холодно. Ты решил, что это каяк? Все, давай вылазь быстро. Дров, как обычно, у нас всегда много. Маська, что ты делаешь? Народное творчество? Ага. Смотри, не порежься. Конечно, я не буду творчество делать, я буду просто резать. Это спилили недавно дуб. Ну, ветки. Новый такие красивый дуб. Так что... Новый красивый дуб, да. Так что у нас будут хорошие дрова. Будут долго гореть в камине. Слишком свежий. Мы, кстати, ни разу камин не разжигали еще. Потрогай, такое приятное. Как на Новый год как раз. Что на Новый год? И камин разжигем перед Санта-Клаусом. Разожгем. Да, в общем, всех с наступающим Новым годом. Пошли мажечь камин.